И вот Гоголь, брат, можно сказать, Федора Гладкова. Хотя Гоголь родился раньше Гладкова, так и теплоход. Это первый проект, получается, 588-й. А все-таки отличается. Вот вид с кормы Гоголя. Танцпол поменьше, конечно, намного. Но зато здесь, может, по-другому что-то использовать. Вот. Похоже, как на Федоре Гладкове, но уважение к Николаю Гоголю чуть больше, потому что он старше. Все-таки люди смогли сохранить это все. За что честь и хвала, как говорится. Это у нас среднее, да, считается? Uh-huh. Так все похоже, конечно. Но здесь, я не знаю, у меня такое ощущение, что больше сохранили как бы старого.